«Любовь вчетвером 2» по мотивам Пинколы, «Бегущей с волками». Настоящая женщина – это женщины-близнецы, неразлучные, похоже, так, что не различишь. Тебе кажется, что ты узнал ее, свою женщину. И вдруг она поворачивается к тебе совсем другой своей стороной. «Кто это?» – восклицаешь ты. «Та, которую я узнал, это нежная, любящая, кроткая, терпеливая и покорная, готовая к послушанию, верная и лучистая. А ты кто? Дикая и необузданная женщина, знающая много чего неизвестного, интуиции, подобно зверю, готова выпустить клыки и когти в момент опасности, не боящаяся ни рождения, ни смерти, несущая в себе вечность и глубину, дикая, первозданная женщина, полная страсти и жизни. Корми их поровну, советуют старые нуаки, не обижай ни одну из них. Настоящий мужчина, это близнецы, успешный и рациональный, скрывает за собой брата-близнеца, дикого первозданного охотника, крадущегося в ночи на внутренних или внешних сторонах стопы, охотящегося босиком, чувствуя мельчайшую дрожь земли, подкрадывающегося незаметно и стремительно завладевающегося добычей. Вижу, из твоих ботинок проглядывают голые ступни. Прими себя такого, не запирай в подземелье. Ты хотел знать, что такое настоящая любовь? Ты хотел испытать ее в своей жизни? Ответ, который ты ищешь, это любовь вчетвером. Любовь вчетвером 2.